And now, ladies and gentlemen, 3 5-minute rounds in the ACB welterweight division. Introducing first, the fighter on my left, fighting out of the blue corner. He's a mixed martial artist, Danny, 185 centimeters tall, weighing in at 77.6 kilos. His record, 15 wins, 7 defeats, fighting out of Philadelphia, USA, Nashawn the Rock and Roller Burrell. And now his opponent, standing across the cage and fighting out of the red corner, a mixed martial artist standing 182 centimeters tall, weighing in at 77.4 kilos. His record, 36 wins, 9 defeats, fighting out of Grozny, Russia, Beslan Esayev! Your referee when the action begins, Big John McCarthy. Protect yourself at all times, obey my commands. Want to touch gloves, touch them again. Good luck to both of you. Поединка между Бесланом Исаевым и Нашоном Барреллом. Полусредняя весовая категория. Американо-российское противостояние. На наших экранах статистические данные. Sean, you ready? Да, у Беслана намного больше боев, но он и старше. Так, все внимание в клетку обслуживает эту встречу Большой Джон. Красных шортов Беслан и с middle kick по печи начинает свои атаки боец из Филадельфии. Поджимает Беслан. Сразу чуть прессингует. Беслан отвечает также middle kick. Пытается прижать соперника к сетке. И активная контратака в исполнении Баррелла. Владеет пока инициативой Исаев. Еще раз по корпусу с дистанции плотной. Тут же размашистым ударом справа отвечает американец. Дважды причем атаковал он сейчас. Да, никакого пиетета Баррелл перед Исаевым не испытывает. Очень опасно контратакует и заходит на ближнюю дистанцию. Инвестирует с самого начала боя. Удары по корпусу Исаев. Такое попадание. Еще один удар. Решить все уже в начале поединка американский спортсмен, но Исаев гасит его атакующий порыв, прихватывает сейчас под руки. Баррелл пошел в борьбу, теперь клинч разворачивает, Беслан выигрывает позицию. Тем не менее, американец однозначный эпизод забрал. Не будем забывать, что все-таки встречался он с очень массивными полусредневесами, такими как Андрей Корешков и Майкл Пейдж. Корешков проиграл быстро. Ну и Стивен Топсон. Да, конечно же, и этот боец. На встречу по корпусу отработал Беслан Исаев. Разворачивает соперника спиной к сетке. Необходимо Беслану реваншироваться. Еще одна серия ударов. Все мимо от американца. Джек по корпусу пробивает Баррелл. Продолжает прессинговать Исаев. Хорошо Баррелл чувствует пространство. Вновь сближаются спортсмены, вновь клинч. И попытка перевести в борьбу будет со стороны американца. Хороший контроль. Спускается ниже и добивается своего. Да, тейкдаун получился не амплитудным. Исай сразу же встает. Законтролироваться российского бойца Баррелла не удалось. Но работает он очень мощно. Да, и не жалеет сил. Вновь оппозиционная борьба в стойке. Раздулся Баррелл в последней атаке. Конечно, удары справа получаются очень опасными у американца. Но и весьма размашистыми, как правило, их видят. Беслан попал сейчас на сближение. Хорошо Исаев, но не стал взвинчивать темп. Апперкот мимо цели. Вот американца. Да, показалось какой-то момент, что Баррелла был утонул. Входит он в глухую оборону сейчас, принимает двойку на защиту и вновь клинч. Но выцеливал удар в разрез Беслана. Сейчас Баррелл, что необходимо на выходе бить локтями. Но не упускает его Беслан Исаев. Продолжает атаковать он, удерживая соперника у ограждения. На острый колени у представителя клуба Беркут. Еще много времени в первом раунде.
многоударные комбинации. Периодически заходит апперкоты. Призывает порубиться на Джон Баррелл российского спортсмена по корпусу. Продолжает добиваться на Джон Баррелл. Ну, изначально казалось, что все кончено уже после этого удара. Беслан пришел в себя, начинает прижиматься к сопернику. Перекрывается сейчас очень много ударов мимо цели. Но слева атака зашла от американца. Вынужден отдает впилу. Сейчас Исаев. И наверняка постарается перейти к удушающему приему. Времени еще много. Минута до конца раунда. Внимателен большой Джон. Все он видит. Растаскивает на Шон Баррелл. Очень грамотно действует. Положение попадает сейчас. Беслан показывает большой палец. Да, теперь уже все понятно, что проблему он испытывает. Но удушающий прием до конца не будет доведен. И начинает разбивать его сзади. Баррелл, да, удар был просто кошмарный. Апперкот пропустил Беслан Исаев. И казалось, что все кончено. Буквально обрушился на настил российский спортсмен, но каким-то чудом удалось ему остаться в сознании. Сейчас вторая попытка довести удушающий до конца. Опять занебал, где надо. И ноги заправлены. Непонятно вообще, как терпит это все. Беслан Исаев пытается сбросить захват. Но левую руку соперника он удерживает. И не позволяет закрыть замок. Кричат сейчас со всех сторон буквально Беслану Исаеву, что остается совсем немного времени до окончания раунда. И бой переходит все-таки во вторую пятиминутку. Я даже... Да, тяжелейший первый раунд пережил Беслан Исаев, и самое главное, он в нем выжил. Ждем раунд под номером 2 и посмотрим, как Беслан сумел восстановиться. Да, первая пятиминутка проходила на встречных курсах, но в концовку, безусловно, забрал американский спортсмен. Жар очень жестко попал апперкотом и затем уже не выпустил инициативу из своих рук до самой середины. Итак, второй раунд. Смотрим. Беслан Исаев против Джона Баррелла. Но начинают мужики скандировать. Беслан, Беслан. Хайкик. Размажет оверхенд на сближение от американца. Пока хорошая реакция как у одного, так и у другого. Прекрасно чувствует дистанцию. Джон Баррелл сейчас попал по корпусу навстречу после лоу-кика Беслана Исаева. Хорошо двигается этот и другой, пытается хитрить сейчас Беслан. Но Баррелл с легкостью отдает пространство. Вот сейчас входит он на ближнюю дистанцию, пропустил справа через руку и кивнул, как бы отдавая должное сопернику. Чувствуется, что Баррелл нравится то, что происходит в клетке. Еще один размен. Да, очень жестко на средней дистанции. Очередной раз сближаются соперники. Подходит на ударную дистанцию Исаев. Печень очень жесткая. Попал и прижимает соперника в клинче. И уже не первый раз за поединок. Баррелл очень легко вяжет в клинче. В стойке вращаются спортсмены, борются за инициативу. Коленом по бедру пробил Беслан. Баррелл боец очень большой, крупный для полусредней весовой категории. Клинч себя отлично чувствует, и вот сейчас близок к тому, чтобы развернуть Исаева спиной к сетке, но нет, оказывается, бойцы вновь на расстоянии. Поджимает после мощнейшее попадание от Исаева, двойка по защите. Но он пытается заманить американец в ту же игру Беслана, что и в первом раунде. Причем все эти попадания он спокойно выдерживает. И ждет момента, когда можно выбросить сокрушительный правый боковой или апперкот. Очень мощно левый боковой попал на Шон Баррелл.
Да, много очень трюков и финтов еще в рукаве. Уборова заходит и вновь правый через руку, точно цель от американца. Заряжается далеко не на каждый удар американский спортсмен. Проход. Трикдаун не получился, опускается американец. По две ноги будет выдергивать. Пытается присесть как можно ниже Беслан Исаев для того, чтобы не позволить сопернику перевести себя в борьбу. Захват под одну ногу есть. Пока функционально прекрасно видит Дашан. Но все-таки начал он уставать, открыл рот, задышал. Да, посматривает периодически на своих секундантов. Хотя в клинче по-прежнему очень мощно смотрится американец. Усилит минуты и наконец-то подключает ногти Беслан Исаев. Еще один удар. Проверено. Левым локтем очень эффективно. Раз от раза действует Беслан. Вновь дистанция. Сейчас прихватил за ногу. И обрушил на настил Беслана Исаева на Шумбару. Прижимает соперника к себе Беслан Исаев. Пытается набросить треугольник. Очень хорошо работает коленями. Но тем не менее ворвался все-таки американец. Гард закрыт. Ну и пытается Барал развить собственную атаку. Никуда не торопится. Он понимает, что раунд, в принципе, был очень близким. И в случае, если он заберет вот эти оставшиеся полторы минуты, то победа, в принципе, и в раунде, и в поединке станет очень вероятной. Накатывает на Шон Барал, пытается пройти защиту. Да, отключает ногу. Нет, боковой контроль не получилось. Тут же была попытка нагрузить треугольник от Беслана, пока неудачно. Исаев, кстати, очень жестко бьет снизу навстречу. Ну, насколько это возможно в подобной позиции. Меньше минуты до конца второго раунда. Практически ничего не делает Барал сейчас. Да, просто удерживает на настиле от Беслана Исаева, который из этого положения действует гораздо активнее соперника. Подключает локти, наносит удары с разной стороны, постоянно угрожает он контратакой. Обратите внимание, что ноги поднимает весьма высоко. Но большого желания времени иссякло терпение. Еще будет несколько секунд. Необходимо забирать концовку. Хорошая серия от Беслана Исаева. И тут же попадает мощно Барел. Ну что ж, скорее всего, нам предстоит третий решающий раунд. Много борьбы было в этом поединке. И, возможно, именно она станет решающей в этом противостоянии. Бойцы готовы, и начинается третий раунд. Лоу-кик от Беслана Исаева справа. Упредил он атаку соперника и готов был уже выбросить свой удар. Шумбару правый через руку вновь от американца. И тот же мидл-кик. Да, очень плотно в область печени. Мощнейший удар справа по воздуху пробивает на Шон. Но не провалился. Сейчас какое попадание. Очень плотно попал Беслан Исаев. И сразу же врывается в клич. И Барел делает все эти попадания, начиная с первого раунда. Тейкдаун. Отлично. Забирает позицию Беслан Исаев. И начинает обрабатывать и по корпусу, и по голове соперника.
подсказывает сейчас американцу секунданту, что необходимо любой ценой подобраться к сетке и на гильотину. Выходит Беслан Исаев, неужели доведет он до конца этот удушающий? Заправляет ноги. Нет, освободил голову. Ну что ж, Беслан рисковал в этой ситуации и в итоге проиграл позицию. Причем рисковал очень сильно. Да, он проиграл позицию очень много времени в раунде. Это может сыграть большую роль. Но Исаев невероятно вынослив. Да, это 34-то года. Это учитывая то, сколько он пропустил в первом раунде. Вновь на ногах спортсмена удалось встать Исаеву. Разворачивает он соперника спиной к сетке. И будет тейкдаун сейчас. Да, припечатывает он на Баррелла спиной. Наблюдают за этим противостоянием. Тейкдаун получился от Рафа Загильдини. Забирает спину сейчас Беслан Исаев. Но ноги еще не заправлены. Все в рамках правил. Очень тяжело приходится Баррелу. Он в каком-то состоянии оцепенения находится. Силы американца на исходе. Но тем не менее сейчас угрожает треугольником. Обходит его защиту Беслан Исаев. Продолжает наносить удары. Внимательно наблюдает за развитием событий Большой Джон. Коленом пробивает раз за разом. Беслан Исаев меняется позиция. Пытается отключить Исаев обе руки соперника. Прекрасно понимает, к чему это может привести на Шумбара. На распятие старается выйти Исаев, но Баррелл уходит из этого положения, давая спину. Он согласен к такому раскладу. По-прежнему не удается улучшить позицию. Сейчас на грани пола коленом по спине пробил Беслан Исаев. Позвоночник бить нельзя. Разворачивается американец. И тут же еще один перевод. Бойца из Грозного. И продолжает работу. Вязка с большим количеством ударов, с постоянными попытками развития атаки. Времени остается все меньше и меньше, и в этой раунде совершенно точно выигрывает Беслан Исаев. И еще один тейкдаун. Сумел он переломить ход поединка. И сейчас выглядит очень уверенно. Действительно, третий раунд решающий со всех точек зрения. Буквально то, что второе, там, третье или четвертое дыхание пришло к Беслану. И сейчас постарается перейти на удушающий прием. То есть последних сил обороняется на Джон Баррелл. Ему остается продержаться совсем немного времени. Улучшает позицию Исаев. Был буквально в шаге от того, чтобы выбраться в фулл-маунт, но вновь разворачивается к нему полоборота Баррелл и предпринимает попытку встать. Рассчитывку бить нельзя. Так, как раз именно на это обратил внимание Беслана Большой Джон. Поднимается просто двужильный Баррелл. Но получает еще один перевод в борьбу. Не менее двужильного Беслана Исаева. Подсказывает 10 секунд, да, обоим бойцам о том, что заканчивается этот поединок. Ну что ж, и судя по всему, решение все-таки за судьями. Звучит сирена, Беслан Исаев просто молодчина. Так отработать третий раунд, это дорого стоит. Поздравляют бойцы друг друга. Тяжелейший бой в карьере Беслана Исаева. Их у него за плечами предостаточно. Это 13-й бой в лиге ACB. Пока у него здесь 10 побед при двух поражениях. Ну и сейчас очень интересно, как же этот поединок посчитают судьи. Смотрим еще раз повторы ключевых моментов этого боя. Напоминаем вам, уважаемые телезрители, что в лиге ACB 5 специалистов оценивают каждый поединок. Находятся они с разных сторон от клетки.
чтобы был разный ракурс. Но здесь, если первые два раунда отдали Барлоу, а третий отдали Исаеву, то вполне возможно победа американцев. Если третий отдали со счетом 10-8 Исаеву, что тоже может быть, тогда ничья. Но, возможно, иные варианты. Пока еще Рингонозер не появляется в клетке. Что же нас ждет впереди? А именно бой тяжеловесов Дениса Кольцова и Чеза Горли и три чемпионских противостояния. Александр Петусов, Ислам Раисов, Вячеслав Василевский, Альберт Дураев и Абдул-Азиз Абдул-Вахабов против Эдуарда Рахтаньяна. Уже не первый поединок в сегодняшнем турнире доходит до судейского вердикта. И действительно, до последнего непонятно, кто же станет победителем. Сейчас у Шона Баррелла, возможно, витают мысли в его голове по поводу того, правильно ли он поступил, что не жалел сил в первом раунде особенно, да и во втором тоже. В итоге все-таки совсем мало осталось у него энергии. На третий раунд, да, Беслан Исаев наоборот воспрял. Ladies and gentlemen, after three hard-fought rounds, we go to the judges' scorecards for the decision. The judges scored the fight 29-28. Isaiah, 28-28. 28-28. 28-28. And 29-28. For your winner by majority decision, Беслан Исаев! Ну что ж, решением большинства судей... А победу одерживает Беслан Исаев. Хотя некоторые судьи посчитали, что это поединок ничейный. Лично я услышал так, что один судья дал победу Исаеву, один Барреллу, а трое дали ничью. Но, возможно, мы ошибаемся. Если какая-то новая информация поступит, то мы, безусловно, уважаемые телезрители, дадим вам знать. Российская медицинская компания. Современное, высокотехнологичное оборудование. Результаты быстро, качественно и удобно. Найдите ближайший офис на invitro.ru. Если ты упал, есть только один выход. Подняться. Борись, играй, рискуй и побеждай. Генеральный партнер турнира – букмекерская компания «Бингобум».